И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать на новую игру под названием Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Вот такое вот длинное название, ну прям как наш ствол, который будет в этой игре. Потому что играть мы будем за, конечно же, снайпера. Что ж, игра новая, она вышла где-то неделю назад, поэтому давайте попробуем. Новая игрулька. Приветствую, Рейвен. Спасибо, что взялся за это задание, и добро пожаловать в Куамар. Последние 20 лет им управляли два человека, президент Омар Аль-Бакр и его жена. Их режим одновременно суровый и жесток, но причин для вмешательства не было до этого момента. По нашим сведениям, Куамар планирует напасть на соседнее государство. Война здесь недопустима, она повлияет на добычу нефти в регионе, что приведет к резкому росту всякой хрени. Конфликт начался с убийства президента Аль-Бакра. К власти пришла его жена Биби Рашида, но у нее слабая хватка. Некоторые члены ее правительства недовольны ее западным образованием и всякой хренью. Ее поддерживает крепкая связь с генералами, прежде всего Антваном Зарзой, жестким криминальным авторитетом и торговцем оружием. Его репутация хреновая вообще. Режим финансирует хакер и криптоанархист Ларс Хельстром. Его разыскивает сразу несколько агентств. Он свергал правительство, вмешался в выборы и вымогал деньги у корпорации. Это парочка – мозг всей компании. Тебе поручено ликвидировать обоих. В стране у нас есть и союзник Тад Штахир, журналист, который расследует преступления Рашиды. Он исчез после ареста по обвинению в шпионаже. Найди его. Куамар засушливая и гористая страна. Тут не всегда возможно подобраться к цели незамеченным, но мы знаем, что ты это сможешь. В выполнении задачи тебе поможет новое оборудование, особенно прототип визора с улучшенным тактическим дисплеем и устройством офигенной техники, короче. Нужно помешать Рашиде и ее союзникам разжечь конфликт. Пора предотвратить войну. Я буду на связи. Вот так вот, друзья мои, вот такое вот у нас было вступление. Что же, у нас есть регионы, вот такие вот регионы. Вот здесь сюда довольно пусто, ну в смысле как бы, потому что все закрыто. Но есть серая пустыня. Погнали. Награда. Пришло время поближе познакомиться с твоим оружием, тактическая маска, которую мы для тебя подготовили и так далее. Ну что ж, начинаем контракт. Ага. Это уровень. Стрелок, вольный стрелок, снайпер, ветеран... И ликвидатор. Ну, на последней сложности вряд ли. А предпоследняя, как бы, мы еще можем попробовать. Ну как там, Рейвен? Пора поближе познакомиться с твоим оружием и снаряжением. Мы подготовили для тебя тактический визор. Он передаст, короче, картинку получше. Визор оснащен улучшенным тактическим дисплеем. Ты сможешь сканировать местность, отмечать и отслеживать врагов. У тебя будет еще парочка инструментов. Постарайся их не сломать. Я расскажу о них на полигоне. Как только будешь готов, мы сможем перейти к самому заданию. Я уже готов так. Приближаемся к зоне высадки. Можете высаживаться. Нам нужно настроить дисплей в маске. У меня еще маска есть, да? Блин, вот это вот графензый, ни хрена себе. Друзья мои, графончик, я давненько не играл в такой графончик. Мне кажется, даже в Battlefield, блин, последнем, в пятом. Графика чуть похуже, как бы сравнивать эти игры не надо, но все же круто. Возьмите винтовку, да запросто. Так, прими положение лежа, чтобы стабилизировать оружие. Обязательно нам нужны... Что там нам, короче, нужно? Положение лежа. Включи бинокль. Да, запросто. Бинокль на Т? Ёлки. Так, отметьте цели и так далее. Погоди, я еще кое-что хочу здесь сделать. Расстояние 170 метров. Че, спрятались все, что ли? Спрятались. Чтобы отключить режим бинокля, это я понял. Чтобы посмотреть в прицел, я понял. Понятненько. Давай возьми винтовочку. Дальнометры здесь, елки зеленые.
Ты прикинь? 170 метров, значит, нам нужно где-то вот здесь вот целиться. Вот так вот, понял. Есть попадание, переходи к следующей цели. Триста метров. Окей. 300 метров, давай. Дэк, секундочку, 300 метров. Это нам... А, тут ветер еще пересекается, так, погоди, цельтесь в точку, где кривая полета пули пересекается с установленной дальностью. 300 метров расстояние, значит, мне нужно вот так вот это поднять. Ни хрена себе технологии, так сказать. Найди следующую цель, обязательно. Вот нашли следующую. Ёлки зеленые. 400 метров, блин. 400 метров. Так, на QE, чтобы настроить подъем прицела. Ага, 400 метров, подъем прицела. Йоу, прикинь. Это чтобы я точнее стрелял, короче. Вот, на 400 метров настроил. Охренеть, меня сейчас колышет, надо придерживаться. И вот тебе... А что за человечек? Ага, человечек это так, чтобы... Мы поняли, правильно ли у нас настроечка или нет. Вот тебе 400 метров, отлично. Значит, смотри, оп. Ёлки-палки. Вот это я понимаю, блин. Трындец, какие расстояния, блин. 600. 460. Ёлки-палки, это вообще трындец, сколько тут народу. Все двигаются, 400. Это был 700, блин, почти 1 километр расстояние-то, ёлки-палки. А самый близкий, вот он, да, не? 400, 700, это было 400, и там еще чувак был, я его еще не подметил, походу. Не, подметил, 570. Окей, давай. Ну, чё, возьми. Есть контакт, так, погоди, сейчас, секунду, сейчас мы тут разберемся. Это на 400 метров чувак есть, и есть еще ветер. А, он еще двигается, это на упреждение, походу, понемножечку стрелять. Конечно, сейчас мы потихонечку ко всеми подберемся. Блин, а этого что, я не подметил, сколько-то метров? Мне кажется, здесь было 400 метров, если не ошибаюсь. Давайте на 600 сделаем. То есть было 500 чем-то. Нет, это много, значит, бинокль нужен. Давайте, бинокль, не-не-не, возьми бинокль. Сколько метров? А что ты не подмечаешься-то, я не понял. Что прям... Вот, сейчас заработало. 542 метра. Эти уже подмечены. И там у нас все-таки зеленый один есть, который не хотел подметиться. Вот, сейчас у нас все есть. Сейчас у нас все заработает. И берем цель, которая здесь находится. Так, где? Вот он. Здесь у нас 542 метров. Это... Ну, давай, что-то ради интереса. Вот так вот. Нет, это высоко все-таки. Ну давайте настроим, значит, на 500 метров сделаем. В смысле не попал? Он находится на 550 метров, а у меня настроено на 500, на 500 метров. Давай ниже тогда в лоб, короче. Отлично. Чего он сказал? Так, здесь на 600 надо настроить. Секундочку, на 600 метров. В смысле? Я должен был попасть. Как это понимать-то? А ну-ка, давай перезаряжай свое говно, блин. А ну-ка, сейчас мы попробуем. Сейчас, секундочку, секундочку. 500, 600. Короче, высоко в голову на такое расстояние даже пытаться не нужно. Хорошо, понял. Это что-то забаговало или как у нас? 580 расстояние это его. Я на 600 настроил свою винтовочку и стреляю ему в живот. Рассчитывая ветер. Окей. Такс, 600 метров, значит, поднимаем на 700, вот здесь у нас 740, как бы, но ничего страшного. Так, ветер у нас с другой стороны. А, где-то в ноги ему попал, полный, понял. Вот так вот. Конечно, вообще шикарно. Поднимайся. Что там за дверь, я не понял. Давай. Блин, ну тут графенцы и технологии стрельбы и так далее. Ты охренеть, рассчитать ветер, рассчитать эти
Расстояние. Дрон? Давай. Ага, вот он тебе, дрон. Давай, запускай. Ну, вот выбрал. Ну, чё? А, на F, понял. Давай, к солнцу. Ага. Есть контакт. Убрать дрон. Давай, убираем дрон. Взламывать блоки видеонаблюдения. Чего? Отправь туда дрон и взломай ее. Давай еще раз, секундочку, вот так вот делаем. И есть контакт. Так, куда мы? Тихо. Рядом вышка подавления. Короче, не пытайся их уничтожить, потому что они тебя не допустят. Короче, найди себе другой путь в обход этой вышки, понял? И вот тебе стоят щиток приборов. На все камеры. Ни хрена себе, камера на череп чей-то. Ха, прикинь. Сколько здесь камер-то, а? Хорошо, давай. Так, снайперская турель. Ну-ка, секундочку, турель даже. Так, сейчас выберем турель. Где она? Вот она, турель. А, отлично, вот тебе турель. Вот. Да, ставься. А, что, прям здесь прям надо? Ну, давай. Ты ставиться не хочешь? Не хочешь прям? Вот. Перейди, короче, в бинокль. Подмети для турельки на H. И на H есть две метки и огонь. Давай еще раз. Круто, блин. Да. Понял, все это можно будет. Сломалось, нормально. Так, нам куда? Выход? В смысле выход? У нас что тут есть? Особые припасы. Так, давайте пойдем к особым припасам. Глянем, что это за хрень. Взять и так далее. Что у нас круче всего? Давайте вот это вот. Да, чтобы разделать еще там. Вот тебе метки. 112 метров. Короче, это мы делаем вот на 100 метров. Есть у нас ветер немножечко. Вот сюда вообще легче простого. А на Z, чтобы в прицеле... Погоди, у нас припасы еще меняются. Помечающие патроны. Это как понимать-то? Помечающие патроны. А ну-ка, бинокль, сейчас, секундочку. Сколько-то метров? 182. Короче, на 200 метров, значит, нужно поставить. На 200 метров. Она помечает, прикинь. Куда пошел, блин? Двигаться начал. Есть. Круто. Помечающие патроны. Там у нас вообще какие-то другие цели очень странные. Но, допустим, за забором. Хорошо, была у нас возможность выйти. Погнали. Есть выход, есть контакт. Не знаю, если вам понравится игрушка, друзья мои, мы поиграем, посмотрим. Но одну серию я как минимум вам вот сейчас пишу. Может быть, вторая еще будет, но это все зависит еще от вас. Панель сражения. Следующее задание потребует поразить цель на очень большой дистанции. Настройте винтовку, установите на нее подходящий прицел. Снаряжение. Где выйти? Как выйти? Снаряжение. Так, такие панели, что там? Такие тяжелые снайперские винтовки, как УК-50, довольно громкие, зато способны отправить смертоносный заряд на большое расстояние, благодаря чему и стали любимы теми, кто предпочитает стрелять издалека. Вот такая винтовочка. Панель настройка. Используйте для ячейки, чтобы это вот открыть магазин. И чё? Чё? Куда? Куда? Вот, использую. Чё, куда тыкать?
Ага. Для сверхбольшой дальности. Это у нас для малой дальности, для сверхбольшой, для средней дальности, для большой. Ну давай сверхбольшая дальность выбираем. Сейчас вы вооружены тяжелой снайперской винтовкой, снаряженной прицелом для стрельбы на большую дистанцию. Идеально для следующего задания. Не забудьте выбрать прицел и винтовку, соответствующие задачи. То есть всегда надо прям менять и ставить, да? Окей. Зайдите на вкладку улучшения, чтобы перевести навыки улучшения снаряжения. Маскировка и разведка. Навыки. А что дают? Не-не, погоди, я еще не готов. Что такое? Вы можете выбрать навыки, чтобы прочесть их описание и узнать цену. Слышь? А это что? А, вот они справа написаны. Не-не-не-не-не-не. Вы не соответствуете. Я понял. Улучшенное зрение. КТРЛ, чтобы активировать тепловизор, используйте его, чтобы обнаружить излучающий тепло врагов. Ну, хрен с ним. Приобретаем, посмотрим, как это будет. Ветки навыков можно прокачивать, я понял. Региона. Выбираем. В смысле заново? Погоди, а где дальше? Детали. Контакты, испытания. А, вот она. Провинция, открылся новый регион. Пошли. Устраните Антвану Зарзу, капитана этого. Устраните полковника и вот этого вот говнюка. А тут тоже надо выбрать? Окей. То же самое выбираем. Рейвен, ты наверняка знаешь, что рекорд по дальности убийства из снайперской винтовки принадлежит стрелку канадского спецназа. Во время войны в Ираке он поразил цель на расстоянии почти 2 мили. Сегодняшнее задание не потребует у тебя такой точности, но все равно будет достаточно тяжело. Эта операция называется «Холодный ствол». Мы сбрасываем тебя на плато, с которого можно добраться до всех трех целей. Подходящих моментов будет не так много, так что стреляй и двигайся. Цель номер один. Антуана Зарза, любимый генерал и интендант Рашиды. Помимо прочей преступностью, клан занимается торговлей оружием. Когда Антуан отправился на тот свет, боевикам что там надо было сделать? Твоя вторая цель — скомпрометированный офицер САС капитан Рональд. Он отвечает за тактическую подготовку военнослужащих. Сейчас Пейн что там делает. Твоя последняя цель — полковник Федор Навиков, российский агент КРУ. Отлично. Убийство этих трех серьезно ударит по планам Рашиды. Будь начеку, Рейвен. Поговорим, когда ты будешь на месте. Будем, обязательно будем. Прям обязательно будем. Совсем будем. Сейчас посмотрим, как мы там будем. На месте. Центр, как слышно? Я Рейвен. На связи, Рейвен. Доложи обстановку. Приземлился, начиная разведку на плато. Судя по данным разведки, там только пешие патрули и пара наблюдательных постов. Передвигайся аккуратно и доберешься до снайперских пунктов. На плато 3 обзорные точки для наблюдения с каждой зоной. С них должны хорошо просматриваться противники. Так, погоди, у нас есть карта на М. Мы находимся, походу, здесь. И наша точка, одна точка или все... Нет, это у нас тут одна точка там, две точки здесь. И как я понимаю, первая точка самая близкая, значит нам... Звучит довольно просто. Я верю, ты не промахнешься. Тогда не торопи. Дай знать, когда доберешься до первой точки. Принято. Конец связи. На С, чтобы пригнуться. Удерживайте, чтобы лечит, я понял. А там чувак, кстати. Меня чуть не заметили, блин. Ой, с автоматом здесь как бы не повоюешь. Надо быстро, чтобы открыть раздел обучения. В смысле раздел обучения? Для чего? Так, бесшумное убийство. А увидев подсказку, нажмите В, чтобы провести бесшумную... Увидев подсказку, а когда приближается. Короче, В — это бесшумное убийство. Подкравшись к врагу, вы можете его допросить. Я понял. Понятно. Бесшумное убийство. Сейчас, секундочку. А, что-то он там ищет. Чувак, что ты там ищешь? Жесть.
А что еще его обыскать можно? Вот это вот технология, да? А можно вот так вот? В смысле? А что ты не вдох сразу? Чувак, ты труп. Тебя обыскать уже нельзя, да? Потому что ты забаговался или как? Не, можно. А давай я тебя подниму, короче. Чтоб ты тут багованным не умер. Я тебя нормально вот сюда вот положу, вот сюда вот. Опустить тело, чтобы тебя не видели, короче. Нехрена. Куда-то там вывалился. Так, идем дальше, друзья мои. Они выходили отсюда. А что они отсюда там выходили-то, не знаю. Короче, патрулировали. Блин, графиней или графуней. Здесь охрененный. Вообще шикарно. Все гладенько. У меня целых 115 FPS. Левшив, чтобы перейти на бег. Ну, понятно, это ясно. Погоди, давайте на всякий случай возьмем вот это. Открыть раздел обучения. Давайте, нажмите на мышку, чтобы вызвать круговое меню. Это я понял. Помечающие патроны позволяют видеть врагов сквозь стены. Патроны-приманка заставляют противника осматривать область попадания. Бронебойные патроны позволяют устранить врагов сквозь стены. Хорошо, а помечающие позволяют видеть врагов сквозь стены. Нахрена мне кого-то помечать? А я же подниму, я не знаю, там... кипиш на любой базе. Секундочку, мы вообще далеко? А, не, мы нормально как бы передвинулись, отлично. А кого мы сейчас в этом месте убьем? Скорее всего, этого. Тут что-то мигает, нет? Вот если мы это все поменяем. Короче, первый, скорее всего, будет Зарза, потому что он все-таки ближе всего. Давайте. Тихо. Что-то такое, да, громкий. Не надо так громко-то. Сколько тут бардака, блин, а? Здрасте. Ты кто? Допросить. Остальные патрульные, где они? Идут убить тебя. Вот только я убью их первым. Какой индерский, ты прикинь. Они идут убить меня. Не, ну ты прикинь. Это Рэвин. На связи, Рэвин, продолжай. Слышь, чувак, а если вот так сделаю? Ой, так, секундочку, у нас есть бинокль, в принципе. Мы помечаем цель. А чё они все помеченные-то? Они уже помечены, да? Там взрывное устройство, походу. Короче, мне этот чувак говорит, что это что такое? Тоже взрывное устройство. То есть я здесь даже шуметь даже могу, даже? Серьезно? Погоди, у меня был... О, у меня есть визор, я же забыл про него, блин, ёлки-палки. Вот крутая тема, кстати, то, что мы купили его. Хорошо, выключай визор. Блин, ну как прикольно здесь смотрится все это вот дело. Я могу их убить и снайперски, в принципе. Но, как я понимаю, да, тут у нас нет глушака, поэтому и в снайперке это как бы не вариант, наверное. Давайте вот так вот в кусты. Твою мать, а чё ты? Я же в голову. Я же в голову стреляю, чё ты, он не подыхает сразу. Так, дружбаны твои очень далеко, короче, тебя никто не увидит, но на всякий... Чё я взял? Тихо, я же тебя хочу поднять, блин. Иди сюда, чё ты свалился? Поднять тело. Я ушел. Чуваки... Как бы я здесь так, просто. Тут тоже взрывается эта хрень, походу, да? Куда тебя, короче? Давайте вот сюда вот, в кусты. Отлично, но мы идем дальше. Музыка здесь прикольная, кстати говоря. Там чувак. В принципе, можно убить всех. Но они по двое. Нормально. Они по двое стоят и поэтому могут как бы спалить. Да, это надо прям быстро прям. Из калаша. Тра-та-та-та-та-та-та. И все.
Я слишком громким был, что ли? Странно. Очень странно. Вообще странно. Вот здесь вот сиди и не двигайся, чтобы тебя не видели. Че это за... Эти. А где моя цель? Так, по карте, по радару, вот она. Я понял. Мне сюда, значит. Блин, прикольно. А фонарик есть? Твою мать! В смысле? Спалился? Секундочку. Я на F хотел включить фонарик. Схера ли разработчики замутили на F гранату? На G гранаты должны быть. На G. В любой игре на G граната. Как это? На F граната. На G, а не на F. Но я-то на F нажал, я хотел. Давай, допрошу. Остальные солдаты, покажи, где они. Только через мой труп. Really? Серьезно? Как пожелаешь. Жестоко. Очень жестоко. Работает. Очень жестоко. Control, it's Raven. Центр, я Рэвен, занимаю позицию над портом. Тщательно планирую выстрелы. Если промахнешься, Зарза, скорее всего, сбежит. Значит, не поднимать тревогу. По крайней мере, до того, как Зарза умрет. Короче, поднимать тревогу нам нельзя. Понял. Давайте мы немножко вот так вот сделаем. Себя удобно, короче, вот сюда вот положим. Тех. Где мы за этого Зарзу искать? Это враги. 1000 метров, блин. А, вот он. Вижу главную цель. Подтверждаю, это Антуан Зарза. На таком расстоянии это будет нелегко, даже со всеми этими крутыми снаряжениями. Согласен, но алгоритм тот же. Заставь его стоять смирно, чтобы увели... Короче, это вот, чтобы убить. Я заставлю его остановиться? Как? В смысле я его заставлю остановиться? Он, короче, сюда идет, как я понимаю, да? Бочки. Кстати, я же могу его взорвать, не? А тут можно сохраниться, чтобы попробовать... Погоди, разные моменты. Так, загрузить, блин. Продолжить, загрузить. Как бы у меня игра сохранилась, но все же. Сколько-то метров? 1000. Здесь будет 1000 метров. Убери. 1000 метров будет. Так, стоять. Винтовочка. Винтовочка на 1000. Есть. Ветер. Твою мать. Криво. Сейчас будет. Давай! Собака, он увернулся. Сука. Ха-ха-ха. Все, мне трындец, короче. А как он сейчас остановится? Я как его убью? Цель убегает. Да я понял, что убегает. На упреждение. Давай! Пуля, блин, вообще капец. Что-то взрывное есть? Что-то взрывное. Взрывного ничего нет, я вижу. Танк. В меня стреляют, меня трындец. Бочек никаких. Да. Эй, трындец. Так, давайте еще раз. Давайте попробуем. Цель последняя. Это вот, конечно, последнюю загрузку возьмем и попробуем еще раз. Ай-яй-яй. Так, ну Зарзу мы вроде бы как увидели. Да. Он двигается. Прикольно, что здесь есть еще как бы возможность. Не-не, ты приляг. Вот так, чтобы было как бы нормально. Расстояние было, сколько там было? 1000 метров. То есть здесь я должен его каким-то боком убить. Именно здесь, когда он сюда подойдет. Или, блин, взорвать это, я не знаю. Но это далеко от него, скорее всего, будет. Это что?
Так. Как я уже говорил, вот так. 1000 метров. Давайте выставим на 1000. Есть контакт. 1100 даже. Ух ты! Через бронежилет, короче, где-то куда-то, короче, я попал. Цель поражена. У меня стреляют. А что делать? Куда? Куда бежать? Эба, я ушел. Так, эвакуируйтесь, чтобы получить награду. Зарза устранена. Это круто. Погоди, а эвакуация где вообще осуществляется-то? Мы находимся здесь. Что такое? При тревоге или эвакуации быстрое перемещение недоступно. Понял. При тревоге или... В смысле? Ну, само собой при тревоге. Короче, его можно было якобы убить, будучи он подальше от своих людей, походу, да? И тогда было бы... Тогда было бы, короче, наверное, получше. Пошли. Ну, типа, никто бы не видел, не заметил и так далее. А так у нас тревога. Так, сохранение пошло. Чё там взрывают-то? Чё они там взрывают? И? Сейчас тревога тоже есть, да? Ой, там чувак. Сейчас тревога работает, да? Не? Так, это вот нельзя, это вот нельзя, нельзя, сюда нельзя. Короче, мне нужно, походу, обратно, и потом хрен узнает, куда вот сюда вот двигать, если не ошибаюсь. Если у нас вообще получится. Погоди, а там же был какой-то я... Чё-то я сомневаюсь, что мне прямо сюда прямо идти надо. Там же был какой-то спуск. Сейчас посмотрим кое-что. Если можно туда как бы спуститься. Просто в меня стреляли, надеюсь, сейчас как бы никого не будет. Ага. Я в бою сейчас, понял? Давай, беги. Меня ищут, я понимаю. Но мне кажется, нам сюда. Тропиночек. Да, они узнали, где я. Режим маски. Чё здесь на таб было написано? На таб нажми что-то. Чё там за режим был? Куда мы бежим сейчас? Скорее всего, здесь эвакуация будет. Ориентирование. Так, режим маски или вегетарал крайне полезный. Она представляет дополнительные сведения о вашем окружении, это я понял. Режим маски также помогает изучать окружение. Маска, на которую я понял. Левый вегетарал. И чё? А чё такое? А, это эвакуация, понял. Давайте. Левый вегетарал, да? Режим маски. Так, левый катарал, чтобы сменить режим маски, после этого будут подсвечиваться используемые предметы. Понятно. Чпоньк. И куда мы сейчас идем? Устанавливаем подключение. Угу. Значит, здесь все отлично. Получено достижение. Каждый выстрел в цель. Текс, что у нас есть? Зарза есть, и у меня еще один чувак есть. Давайте, не-не-не-не, остаться на карте мы еще, а этого можно? Короче, награду мы взяли, вот сейчас дали мне 12 тысяч долларов. Погоди секундочку, а где мои деньги, как я их увижу? Инвентарь, нет инвентаря. Здесь, деньги не здесь. Непонятно, короче, пока что. Да не кидай ты гранаты, блин, твою мать. Да. Ну нахрена, блин, на F надо было кидать гранаты, блин. На F. Ой. А мы где сейчас? Друзья мои, а мы-то продолжаем. А вот оно как. Вот оно как. И наша следующая цель, вот она находится в этом вот квадрате, как сказать. Так, блин, я не знаю, я могу как бы здесь... Ни хрена себе, блин. Сказал я себе. Чтобы открыть раздел обучения. Вот у нас про гранаты разговор. Камень, приманка, боя, чё?
Боязнь с врагами можно избежать. Ага, понял. Боязнь с врагами можно избежать, если отвлечь их приманкой. На Q. Швырните камень, нажав Q. Или удерживаете эту кнопку. Дрян, да я понял. Цвет и анимации меток на врагах указывают на их уровень тревоги. Это, как бы я понимаю, бездействует, ищет и в бою. Понятно? Такс. Во-первых, я могу с этой точки поднимись, взять и глянуть, сколько здесь народу. Ну, как бы, скорее всего, только двое. Камень, приманка, блин, надо было их подметить все-таки. Блин, как же здесь красиво-то, а? И очень плавненько все действует. Да нет, кидай ты камень. Их двое, да? Оба здесь? Да, камень мешает, камень. Блин. Давайте я вот туда вот камень кину. Услышал? Ну на тебе камень, давай, чё ты? Вообще ему похер на этот камень. Короче, в каску им стрелять похер. Как я понимаю, вообще похер ему на каску. То есть надо в шею стрелять. Как я понимаю. Куда ты там солез? Серьезно? Поймали, что ли? Ох ты ж, ё-моё. Короче, спалился. Погоди, да, я метку сделаю на, я не знаю, там на 200 метров. А, вот так вот. Ух, 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 вот это я понимаю. Кто там в меня палит? Давай, чувак, вылезай. Блин, мимо. 200, примерно 200 с чем-то метров. Блин, на упреждение надо, на упреждение. А, вот тебе, хрена есть. Короче, мне что-то это вот, меня напрягают здесь прям сильно, прям, да? Тревога прям такая, прям тревожная тревога, да? Кто там стреляет? Это в меня, да. Понял, чувак. Мимо. Отлично. Вижу. Вспышки. Вылезь, говно. Блин, не вылез. Шикарно. Через гребаную каску. Вот так вот. И все. Тишина. А, не, есть еще один. Не-не, тревогу, не нажимай. А, это не тревога. Это броня, это как его... Гранатомет. Я не пойму, где стреляют. И где у меня эта аптека? Вот она, аптека. Так, где? Вот собака. Он же здесь был, не? Ты через стены стреляешь, блин, что ли? Окей, я пошел. Секундочку. Сейчас мы спустимся. Где у нас спуск? Да нихера у вас нет, че вы? Че ты своих обманываешь-то? Другой стреляешь, что ли? А, вот он. Сука. Да подыши ты. Вот так вот. А сколько их на этой базе-то? Вопрос. Ты еще там? Да, спрыгни. Да не прыгай ты. Так, секундочку. Камень помешал.
Иди сюда. Там тревога, насчет тревоги уже похер. Снайпер, говоришь? Говоришь, снайпер, да? One sec. Сейчас посмотрим. Мы же должны были стрелять из калаша, да? Должны были. Сколько их там? Все нормально, у вас там ничего нет. Где враг? Там еще есть. Так, у меня же этот, есть еще дрон, да? Если не ошибаюсь, а ну-ка, секундочку. А нихера у меня дрона, нет, дрона нет-то. А я-то думал, что у меня дрон есть. А что у тебя, если я буду обыскивать тебя? Ага, сигнальное устройство, легкие патроны. Патроны, тяжелые патроны и так далее. Давай тоже обыщем. Короче, стелс здесь, на этой базе, он нас провалился. Но кто-то где-то меня еще может услышать. Здесь люди есть, да? У джипа этого. В машине, что ли? Странно. И чего тут делать? А, их 4. А ну-ка, гранатку сейчас проверим. Не-не-не-не, не надо тебе камень. Гранату хочу попробовать. Это что у меня такое? Это что такое? Сигнальное устройство. Усилитель выносливости, понял. На тебе граната. Вот сюда. Кидай. Блин, говно. Еще выше. Вот так вот. Это я понимаю. Зона обчищена. Ой-ой-ой, я горю. Вот это вот, как говорится, не по-снайперски, правда. Это у нас по-батлфилдскому, но ничего страшного. И так сойдет. Самое главное, что мы эту зону с боем, но прошли. И нам сейчас вот сюда вот нужно через, опять же, какие-то там горы. Сейчас глянем, что там будет. Ну, опять же, какая-то точка будет, где меня тут напрягать будут, но ничего страшного. Мы с этим потихонечку справимся, так сказать. А можно и вот сюда вот? А можно и вот сюда вот? Там гуляют? Патрулируют? Ну, подметь, что ли? Где второй? 38 метров. Ну как бы я не буду тут снайперкой махать. Ты один, что ли? Быть такой не может. Блин, если в шлем ему не стрельнешь. В жилет тоже, давай в шею. Давай, нормально. Блин, встали все-таки на тревоге, а? Ой, больно-то. Короче, я понял, в чем нюанс. Я полностью все понял. Надо было поменять. Надо было все-таки, а можно здесь сейчас сделать себе сложность покруче? Так, параметры, параметры аудио, тогда сюда. Загрузить последнее сохранение, начать задание сначала. Нет, уже нельзя. Знаете почему? Если сделать задание, если эти вот задания допроходить на максимальной сложности, то человек, скорее всего, и подыхать будет с одного выстрела в голову. Вот в чем плюс. А я тут, видишь ли, два выстрела должен сделать. А вот в чем минус, так сказать. Блин, а тут как бы легче всего на самом деле с одного выстрела как бы завалить их в голову. Но это, походу, будет доступно только на максимальном уровне сложности. Хм. Что нам делать-то? Что нам делать? Я жду, пока он отойдет. А тут по-любому два выстрела надо сделать. По-любому два. Или потихонечку подкрасться, что ли. Присядь ты, ё-моё.
Этот на меня смотрит. Уйди отсюда. Не успел поднять тревогу? Не успел. Да. Так, а можно тебя я все-таки возьму отсюда? Прям ты стоишь слишком у дороги, чувак. А ну-ка иди сюда, вот так вот. Там чувак был, когда меня убили. Ага, вот они гуляют. Давайте их подметим тут. И подметим там. И вот этого. Блин, я в полном серьезе в следующих заданиях сделаю максимальную сложность. Они хотя бы подыхать будут с одного выстрела. Какой лук, блин, не успел он лукать. О, тут тоже. Это в лицо прям надо. Короче, шлем сзади конкретно им... Ой. Им помогает. А, и как вас устранить? Вы там все, блин, втроем стоите-то, а? Присядь. Давайте мы на всякий случай все-таки, чтобы их видеть за стенами. Угу. Тут стелс все-таки, друзья, решает. Сколько тебе надо выстрелить? Тревога, да? Твою мать, а. Не, нормально все. Нормально все. Правда, этот его увидит. Да-да-да, вот он, вот, идет. Тихо ты. Сюда вот здесь потусуем. Да стой ты. Бля, вроде в лицо, вроде бы как, а? Понял. А я еще даже не присел даже. А если присевший? Твою мать. Ждем его. Сейчас, секундочку. Он это увидит. Я тебе дам сейчас what the fuck. Не надо материться. Не нужно материться. Если бы он... Где подъем? Если бы он не матернулся, я бы его не убил. Понимаешь? Что это такое? Серьезно? Добро пожаловать, Хитман. Однако. Там еще есть? Как тебя убрать? А вот так вот. А вот так его убрать. Чё у тебя хорошего? Хорошего у него всякая хрень. Ну пошли. Где этот враг мой? Ага. Где-то... Короче, где-то здесь. Ну пошли нам туда. Или туда. Я могу и туда пойти. Как я понимаю, да? Это сюда к этому, а скорее всего сюда к этому. Понял. Так, господа, дайте вас как-то подмечу. То ли есть такое здесь, подметить. А дрона у меня все-таки нет, получается, да? Да нормально что-то. Нифига ты не видишь. Тебе это показалось. А если в лицо... Сука. Он хит, а ты сдох.
Ты не просто хит, ты просто сдох. Понимаешь? Свалился в воду, бедный. Охренеть, а. Как же я мог так поступить? А ну-ка, давайте. Обыщем. Ху. Сигнальное устройство, осколочная граната. А как мне туда? Просто так? По воде, что ли? Давай. Я не думал, что здесь как бы мокнуть придется. Однако придется. Блин, прикольно. Очень прикольно. Стелс задание и так далее. Мне прям, я не знаю, прям в этот, в Hitman поиграть, что ли? В какое-то сохранение пошло, отлично. В какой-то из последних Hitman'ов. Ну. Вот тебе бинокль. И вот тебе, походу, мы здесь, походу, на месте или... Или еще не на месте. А если мы вот так вот сделаем? Тепло... А, нет, нельзя. Там чувак, давайте вот так. Отлично. Сканер, что показывает? Сканер ни хрена не показывает. Ага, антенна, глушилка. А мне и так похер на эту антенну, потому что... Потому что... Блин, упал. Потому что у меня дрона нет. Потому что вот здесь у нас заблокировано, и мы до дрона еще должны, так сказать, дойти. Поднимись. До дрона. Вот он. Он прям круг... Спустись! Собака. Падай, падла. А он вниз не хочет падать. Он вниз не хочет падать. Глушак решает. Окей. Больно, наверное. Да ни хера ты не можешь видеть. А, вот можешь все-таки. Всех натравили на меня, понял. Всех, да? Ой, перезаряди, ты чё? И все, что ли? Это все ваши люди? Цель моя где-то там, получается. Цель моя... А, ну это прям в этом квадрате, давайте поднимемся. Однако, цель близка-то. А где моя цель? Контролировать время. I'm approaching the Overwatch for Payne's training camp. Roger, Raven. Do this quietly. If you alert them, you're going to be knee-deep in hostiles. Payne has sniper training too, so expect the worst. Yep. It's always tricky without a flanker guarding my back. Do it smoothly, and you won't need one. Такс, давайте поищем. Цель наша где-то в этом, как говорится, вот это. Капитан Рональд. Сможешь попасть? Нет, он постоянно двигается. Я все время теряю его из виду. С такого расстояния трудно попасть в движущую цель. Да, нужно, чтобы он оказался на открытом месте. Хорошо бы, чтобы не двигался еще. 1300. Я работаю над этим. Погоди. Как тебе этот подъемник? Короче, подъемник сделать так, чтобы он упал, чтобы люди туда смотрели. Сколько у него метров там?
1300. Он должен быть на одной линии, блин, чтобы в него попасть. Еще он с охраной. Это может поднять тревогу. 1300. Ни хрена себе, ветер, блин. Ты видишь ветер? Жесть. Да вылези ты из этой бочки-то. А в бочку попадать насквозь, как бы, я не думаю, что она пройдет. Это все-таки нюанс такой есть. Тут так на упреждение нужно стрельнуть, что... Давай, стой на месте. В смысле? Давай. Не? Собака. Да понятно, что он знает, что я на плато. Да, так у нас не получится. Давайте еще раз, что ли, загрузить с последнего этого места. Конечно. Еще раз. Смотри. Попробуем с машиной. Упадет? Да. Он остановился? Стой, собака, нет. Вот сволочь, а, двигается. Блин, почти. Блин, мимо. Еще раз. Следующая попыточка, друзья мои. Следующая, то есть третья, получается, попыточка. Я не знаю, как его, блин, замутить, завалить. Трындец, какой ветер, блин. Я аж здесь должен стрелять, чтобы попасть. А он говнюк за этой штукой. Подождем, пока он где-то что-то там двинется, чтоб прям стоял на месте, что ли. Давай. Стоит. Вот, сука. Давай. В смысле высоко, блин? Так, ну это щит, это реальный щит. 1400. Нет. Плохо все. А куда он вообще? Конечно, снайпер, блин. А что будет? То есть могу еще искать его или как? Снайперы как бы снайперами. А этот чувак, блин, куда он убежал-то? Он туда убежал. Скрылся. Ну давай еще раз. А если все-таки попробовать через эту вот бочечку? Все-таки. Чуть стороне интерес. Не, через бочку никак. Вообще никак. Не вариант. Ну окей. Подождем, значит, другую позицию. И будет ли какая-то позиция, или мне нужно куда-то двинуться там? Не, ну это не поможет. Это вряд ли поможет. Ты где, чувак? Блин, он же стоял как бы на месте здесь. Смотри.
Блин. Давай, вот так вот. Блин, он опять двигается. Опять двигается. Там он стоит на месте. Короче, в следующий раз, походу, пойду туда. Еще дальше глянем, если эта бочка не помешает. Ну? Отошел собака. Блин, как это высоко? 1400 метров ставишь слишком высоко, 1300 метров ставишь слишком низко. Странно. Так, сейчас. А, справа здесь у нас нифига нет. Но чисто ради интереса. Тут бочка мне, ну, меньше мешать будет, по идее, да? По идее, да, сейчас посмотрим. Так, давайте пока что этих просканируем, посмотрим на расстояние. Также 3370, этот чувак у нас. Ну, такое же примерно расстояние, что такое? Это другое, это вообще что? Генератор. А к чему генератор подключен? Ну-ка, секунду. Еще 400 ставим. А ну, секунду. Что будет? В смысле, не попал, что ли? Что, если я в генератор стрельну? Блин, 1400 поставил, а генератор-то у нас 1300 имеет. Давай 1400 вот так вот. Я хочу проверить просто. Ты-дыщ. И чё? И всем похер, да? А вообще всем похер. Окей, ставим опять же 1400. Стой на месте, чувак. Давай. Блин, бочка мешает все-таки. А, через бочку мы уже пробовали. А это не помогает. Вообще не помогает. И он уходит. Ха. Генератор трындец, а всем насрать. Ну окей, он сюда придет. Это можно взорвать, если не ошибаюсь. А если через бинокль глянуть? Это взрывается, а это зеленое, не знаю, если взорвется. Сейчас подождем. Я не знаю, если поможет. Во-первых, можем вот так. Машинка упадет. И бочку. Блин, 400 сделал, а надо было 1400, мне кажется, не? Давай, я хочу видеть, что там. Да перезаряжайся ты, говно, блин. Не, он не сдох. Да, он ушел. И он сюда придет. Далеко очень. Очень далеко. Так, друзья мои, давайте все-таки на этом мы закончим, потому что я вижу, мы тут долго стоять будем. Я потренируюсь, посмотрю, что да как с этим говнюком можно сделать. Ну и, так сказать, если вы хотите увидеть, как у нас будут погибать второй и третий негодяй, напишите об этом в комментарии, мы с вами продолжим. Ну, а мое, как говорится, дело показать вам новую игру. Если вам она понравилась, то, само собой, можете сами в нее поиграть. С вами был Кентавр, это была игра... А не мешай ты. С вами был Кентавр, это была игра Sniper Ghost Warrior Contracts. Всем удачи и всем пока. Боут, обязательно. Боут, и мне кажется, сейчас ко мне еще придут. Да, они уже прислали. Вот тебе БТР. Ни хрена, сколько их. Да, всем пока.